Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня мы в этом уроке разберем, как сделать вот такую забавную штуку. Значит, я вдохновился уроком Кира Витковского о дизайне и около дизайна. У него такой канал замечательный. Подписывайтесь. У него там куча уроков бесплатных по индизайну. Значит, вот он такую штуку делает. Он как бы применяет рандомно, ну якобы рандомно, к буковкам разные стили. Значит, он это делает через grep. Вот. Тут у него это видно. Значит, поскольку я считаю, что это несколько медленно, я решил, ну я вдохновился, собственно. Спасибо ему за этот урок. И я сделал развитие этого сюжета. Сделал я это несколько иначе. Я не могу сказать, что это сильно лучше, но это просто по-другому. Вот, соответственно, я написал скрипт, который умеет это делать, ну, присваивать, собственно, рандомный стиль. Значит, скрипт будет, ссылка на скрипт будет в описании ролика, под роликом. Собственно, если вам не интересно, как это работает, вы просто должны знать, что у вас должна быть папка Random Characters, в ней у вас стили, и, соответственно, дальше вы запускаете скрипт, либо вы выбираете целиком вот какой-то фрейм, и он во фрейме меняет, либо вы ставите в абзац, и он в абзаце меняет, либо вы выделяете тот текст, который вам надо, и он меняет, собственно, тот конкретный текст. Вот. Таким образом. Буковки несколько тут разного размера. Я думаю, что вы сможете настроить, как вам надо. У меня тут несколько разного размера, потому что разные шрифты. Надо немножко подогнать. Здесь Proxima Nova, а здесь Debus New. Вот 89 пунктов. На этом, в принципе, по юзерской части все. Теперь давайте разберем, как этот скрипт работает. А работает этот скрипт следующим образом. Мы берем, мы тут можем увидеть, собственно, вот у нас абзацы, да, ставлю в абзац, рендом, да, рендом, могу выделить, обращаю ваше внимание, соответственно, вот. На мой взгляд, документировано все это не очень хорошо, я имею в виду в InDesign, скрипты документированы не очень качественно. Но, на мой взгляд, это как бы есть такая проблема. Соответственно, меня заняло достаточно какое-то количество времени, чтобы, достаточно ощутимое количество времени, прямо скажем, значит, чтобы найти некоторые моменты. Теперь давайте разберемся, как штука работает. Значит, первое. Мы создаем переменную, которая у нас является ссылкой на активный документ. Создаем переменную группы. Это ссылка на группу. Или в InDesign это называется style group, да, style group. Соответственно, style group. Мы делаем ссылку на папку со стилями, которая называется random characters. Вот, соответственно, если вы хотите другое название, меняйте здесь, и у вас будет свое название. Дальше мы проверяем, если эта папка наличествует в документе, то все нормально. Если нет, мы выдаем ошибку. Спасибо вот этому товарищу, который, собственно, сделал несколько иной скрипт, в котором была вот эта строчка, которую я тут взял радостно. И дальше, если у нас вообще ничего не выделено, мы просто завершаем работу скрипта, иначе он будет выдавать ошибку. Дальше мы проверяем, если у нас не выбрано ни одной буквы, а это происходит, если выбран абзац, то есть просто курсор в абзаце, либо выбран блок, то тогда мы говорим ему, чтобы он обратился к параграфам в этом блоке и непосредственно в каждом этом, то есть он проходит по параграфам, в каждом параграфе к каждому символу обращается, здесь такой массив символов, и назначает ему отдельный стиль. Any item значит рандомный. Там прям встроенная функция такая есть. Если же у нас выбран конкретные какие-то символы, да, соответственно, то у нас получается, что больше нуля, да, мы тогда идем и говорим, что по выбранным символам мы проходим. Таким образом это работает. Кстати, наверное, здесь вот минус один я писал, это, наверное, зря. Давайте проверим работоспособность.
Да, все работает. Минус один я там зря написал, это я там тестировал и забыл заменить. Вот таким вот образом это работает. По-моему, довольно бодро. Еще раз ссылка на скрипт в описании. Пользуйтесь, на здоровье, делитесь с друзьями, рассказывайте всем, что еще надо сделать. Да, ну и про курс по верстке в описании будет ссылка тоже. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.